Здравствуйте всем! Да-да. Кто нам обрадовался нашему возвращению после недельного отсутствия, так это дети. А вы куда уезжали? А в Турцию мы ездили. Да, там, ты знаешь, казаков нету, одни мусульмане. Да. Прикольно вот. А дети почему нам обрадовались? Потому что у них пошел бизнес. А то они тут пытались продавать черешню. Че вы, до нас ни одной черешни не продали. Нет. Никто не покупал. Вот, видишь, мы какие один раз продавали, вот, это все наши деньги на бензин. Он мои деньги забрал. О, это что такое? Это то, что мы вам за первую порцию заплатили. То, что первую порцию мы заплатили, мы поели на нее. Вы уже начали кутить мороженое, молодцы. Вот такая вот черешня у Саши и его товарищей. Вернее, черешня Саши. А вместе они могут собрать. Ну, мы будем еще к вам обращаться. Хорошо. Ну что, вот это вот 100 рублей? Да. Мы продаем за 50, я продаю за... У меня килограммчик 100. Ты за 500, я продаю за 500. За 500? Так иди на базар, ты что? Ну, когда вы приедете, тогда я продам. Ясно. А, мою черешню, да? Да. Все, 100 рублей сговорились, спасибо. Я мой... Нашелся. Где? А вот это. Витя. Витя, тоже сосед? Скажи, черешня-то. А, с улицы. Вот такая черная сладкая черешня. Не крупная, сорт не крупный. Или вы крупную все съели, нам принесли мелкую? Нет, это... Ну что, 100 рублей? Они за 100 не согласны, 120 говорят. 120? Ну тут больше килограммов. Вот такие кубанцы, молодцы. Мам, да я... Вот же у меня...